Свыше 100 исторических объектов, природных достопримечательностей и памятников культуры вошли в четвертую часть пятитомной энциклопедии «Сакральный Казахстан». Новое издание, охватившее данные об уникальных местах и объектах Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и Павлодара, представили в стенах Национального музея. В мероприятии приняли участие ученые, историки и краеведы, принимавшие непосредственное участие в исследованиях и сборах фактического материала. Отметьте, выпущенные ранее сборники были посвящены сакральным местам ряда других регионов страны. В их числе Алматинск, Акмолинская, Карагандинская, Кустанайская, Кызылординская области, а также западные регионы страны, города Нур-Султан и Алматы. Четвертый том совпал с тем регионом, что земля Абая как раз и 175-летие вошел в этот наш четвертый том. Книга вышла на двух языках. Общий тираж 2000, это 1000 на казахском, 1000 на русском. У нас это был пятилетний проект, теперь остался на следующий год пятый том. Мы планируем. Там уже в действительности, как отдельно, конечно, это будет Туркестанская область и город Чимкент.